Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы губернаторы штатов разработали планы восстановления после эпидемии. По его словам, возврат к нормальной жизни будет происходить поэтапно и не всеми сразу. В первую очередь снять карантинные меры смогут штаты, которые были не очень сильно затронуты эпидемией, а 29 наиболее пострадавших начнут восстановление позже. Наш подход включает трехэтапное восстановление экономической жизни. Мы не будем делать это сразу, а осторожно и шаг за шагом. Некоторые штаты смогут снять ограничения раньше остальных. Возвращение к нормальной жизни в США займет больше времени, чем изначально ожидал Белый дом. Некоторые чиновники уже предупредили, что в ряде регионов меры социального дистанцирования могут действовать до конца текущего года, чтобы не допустить новых вспышек. Во время первой фазы для всех людей будут действовать рекомендации соблюдать дистанцию. Нужно будет избегать собраний более 10 человек, а также некритичных путешествий. Во время второго этапа людей также будут призывать по возможности соблюдать дистанцирование и не собираться в группы более 50 человек. Однако путешествия можно будет возобновить. В ходе третьего этапа большинство жителей вернутся к нормальной жизни. Упор будут делать на масштабное тестирование, выявление новых случаев и отслеживание контактов. При этом губернаторы от обеих партий уже сообщили, что будут продвигаться с восстановлением в своем собственном темпе.